Друзья, наш второй сбор продолжается. Вчера команда провела первый турецкий спарринг против эстонской Ливадии. Сегодня у ребят легкая восстановительная тренировка, которая закончится бодрым теннисболом, который мы вам обязательно покажем практически в полном формате. Много эмоций, много борьбы, много азарта, так что полетели! Данила, Full House. Подожди, Брага это Full House. Брага это подвешен плотник. Диана, у нас команда будет называться Секс. Такие команды нельзя называть. Какой секс? На пляже. Секс это в Минске. Команда Д команда кто? А у кого не подвешен? Горопевший. Так, Миха. Марко. Марко. И Карло. Карло. Хорошо. Название как называется? Южный ветер. Ветер. Южный ветер. Вот это поэт. Ветер южный. Поэт подъехал. Хорошо. Один раз можно. Еще. Рож, Леха. Рож, Леха. Лех, я заснял. Спокойно. Клим. Туда, Клим, туда. Браво, Клим. Браво. 3. 2. Какой 2? Душишь, душишь, бить. Хорош. Ванька, ну кинь, я, все, смотри, там Новосильевич, у него под правой есть вопрос. Супер! Хорош! Хорош! Григорий, достань! Назад, назад, вернусь! Конечно! Браво, айда, айда, брат, айда! Айда! Перемяк, перемяк! Да, все, оп! Саня! 2-2. А, нижний ветер. Быстро, Ким! Марко! Я! Хорошо! Счет, нужно весело. Выиграл. Так, где ваша? Миха, Дэд. Выиграли? Да. Да. С победой первой. Первая победа. Все выиграли. Все выиграли. Ай, Дэд. Беланок, да? Сломал? Нет. Пока мы идем очень сильно, но я не хочу растрачиваться. Мы должны копить энергию победителя. Победить. Легенда одни в команде. Ой-ой-ой. Финты отрабатываем. Давай. Давай. Вань, потянулся, потянись. Юг. Пойдем. Хорош. Играй. На Вань. Вот она. Достанешь, Василий. Да, Никодоси, парень. Все. Хорош, Ким. Какой. Я. Дышать. Два пута, пал. Айде. Здорово. Диана, у вас тоже команда, я смотрю. Ну, у нас команда, она очень много лет готовится. И... А какие имена в команде-то? Ой, имена, да. Люди, которые играли в Польше, Италии, Испании, я не знаю. И я. И Кубок Беларуси брали. И да, и Сибирь. Ну, у меня что главное? У меня главная мотивация. Тут ребята отдыхают, а я стараюсь. Спокойно. Я. Аут! 8-7. Аут! Согласно, Петрович! Браво! Руки, играй, пробуй! Вы что делаете? Сейчас, подожди.
Тихо. Я, Виталий. Брось. Тебе съесть. Чемпионы? Так, деньги. Ноль. Трость проиграли. Опа. Все. Вот у нас и лидеры были. С кем вы играли? Этим. Эй, Black Horses, 11-3. С кем мы играли? Выиграли? Black Horses, блядь. А, Зиру. Сколько побед? Все. Все? Все победы, да. Да ладно. Абсолютно все. На бумаге там по-другому написано. На бумаге по-другому, но здесь все победы. Самое главное, чтобы на поле было так. Тут против этих, против лидеров играем. Это тот самый кэш, который проиграл в этой игре только что. У нас как молодой. Из Италии, молодой, Испании. Но пока без... Слабоват, да? Да нет. Нужно подгрузить немножко. Сейчас подгрузят. Мяч нужно было вытащить. Ты же меня стоишь. Леха, поспой, Леха. Каменный ваш кулак. Еще, блин. Ты туда. Но у них какая широкая игра. Показывай. Играй! Я! Все, Леха. Туда. Я на поменяю счет. Дай. Я просто солнце, да? Ты что, Леха, туда. Дай. Есть. Ой-ой. Конечно. Рот может. Пора. Аля, блядь, ну и такие... Аля. Сейчас. В смысле, так один раз землю ударился. Нет, когда в зоне еще ударил. Лучший игрок вчерашнего матча немножко зазвездился. Перехвалили, да. Два раза упал. Хорошо. Пускай. Оставь мне. Ох, Григорьевич, что это было? Лишь не видно все, да? Один. Опа. 12-2. Можно, Нидов. Надо за фаром, брат. Иди! Победа! Хорош! Первая победа! Браво! Айте, кое следите, блин! Чего я вас нравится? Победа! Команда у нас все-таки перспективная. Пока ищем игру, но я думаю, что к концу сбора мы выиграем турнир. Тебе не стыдно? Чего? Команду тренера выиграть? Нет, ничего. На скамейке теперь будешь сидеть до конца года. Что ты думаешь? Команду тренера выиграл. Саня, он выиграл, правильно все делает. Хитро играет. Лидер. Или Клим лидер. Кто лидер? Ну точно не ты. Кайфу. Я причем кайфую. Сегодня мы с тобой. Я черная лошадка. Черная лошадка — это там другая команда. Халя. Нет, у них там своя команда, Black Horses. Даня. А, мы их выиграем. Кира. Мы их выиграем. Еще у нас еще две. Я играю. Сились? Продли. Хорош, молодец. Давай. Отлично. Конечно. Линия! Победа! Григорьевич, победа, конечно! Григорьевич, вы издеваетесь или что? Вот даже отпечаток! Конечно! Миха увидел!
Я же говорил, что мы найдем игру свою. Вот, если где-то что-то... Передача, сидите с нами, вот смотри, что происходит. Консилиум научный. Или наша победа, или мы переигрываем. Ребят, стоп, кодекс, что там? По запаху, нужно воротами сделать. Аутом! Плечо просто, да? Да? Давай. Игры, мы специально еще... подали с тренеру, чтобы ну, не было потом лишних разговоров. Вот этих вот разговоров. Да. Оставляй! О! Хорош! Борода! Нормально. Саня, снял? Да, снял. Конечно. Лучший момент дня. Молодец! Вот, нашли игру свою! Ой-ой! Шпачок, а, почти. Дима, что по судейству скажешь? Просто катастрофа. Отвратительно, я говорю, да? Я в Лозанну буду подавать, Денис Григорьевич. Ну, просто... Что просто? Что чисто... Я не знаю, где он научился такому судейству, но... Но проиграть команде, которая проиграла всем, как это? Да мы не проиграли, мы выиграли. Просто, я же говорю. Засудили. И, конечно, они деньги, как всегда, занесли, и все. И там уже Леонид стоит уже, блин, ждет. Да, блин, вот ты попадешь сегодня или нет? Есть! Ниндзя! Аут! Лайн! Там линия была. Где, а? Иди, да, линия была. Григорьевич бы сказал, линия была. Не того подсказал, ваша команда нанесла единственное поражение, вот это вот чемпионское пока еще. Возможно. Возможно, за счет команды мы очень хорошо сыграли эту игру. Подсобрались, нас, да, блин, против, да, тренеров? Ну, что значит подсобрались? Мы и так хорошо, у нас команда, что значит чемпионская? Сколько поражений? У нас 2 поражения. Ну, поэтому вот может у них тоже второе быть. Так что тут еще ничего не потеряно, видишь? Болеем за команду Ваньки Бахара. Вот если он вот так вот не будет промахиваться, как все, вот, тогда все может быть. И мы еще можем стать чемпионами. Там тоже командочка еще играет. Тогда нужно будет золотой матч играть. Среди троих. Среди троих. Ну, на троих. Да, вот тренировка на 3 часа сегодня получится, и ну, так что-то затянулось. Восстановление называется. 5 мало. Мы 5 выиграли. Не получилось, не протонуло. Серьезно же? Ну, это немножко, конечно, опыт был включенный. Какой, но ресурса 5 нет, все по правилам. Выиграли. 6 минут. Кто? Да. На 5 играли. Нет, по 6, по 6. По сколько играли? По 6. Молодец. Сань, прости. Молодец, камерамен. Сань, прости, я просто не мог сказать по-другому. Тройка. Да, вот возле Ваньки. Леха, строк. И Саня. И Беломов. Брат, снизу, как Ваньки, как Ваньки. Бежал. Инстаграм. Вот, посмотрите, ребята, это команда открытия, состав молодой. Итак, добрый вечер. Мы прямо сейчас ведем прямой эфир с Бровки. Самая перспективная, самая команда открытия. Итак, команда Брага. Денис Григорьевич, Брага. Как это удалось сделать? Состав подбирался. Тщательная, кропотливая работа, селекция, опыт, власть, да, опыт, молодость и мастерство. Все-таки еще не хватает нам опыта таких международных турниров, но сейчас заезжаем мы на сборы, на недельные, продуктивно поработаем и думаю, мы еще себя заявим. Но игры были хорошие, все было в честной борьбе, правильно? Честно, 100%. Даже не приходилось включать и судейство было отлично. На высшем уровне все. Даже несмотря на несколько крупных поражений.
Плотников, Максимка и Володька выглядели потрясающе. Какая была тактика на эту игру? Тактика. Играешь в теннисбол, и все. Красивый зрелищный теннисбол. Лаконично. Благодарим всех. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите Динамо ТВ.